Битва-битва, драка-драка. И в этом году я подготовился как надо. Это теория. Его можно ускорять вот так, просто рукой. Новый волчки инфинити надо. Ага. И новая арена. Ой. Электрический выиграл. Ну и ладно. Ку-ку. А я тут. Как у вас дела? Надеюсь, все круто. Слышите? Это Бориска храпит. Борька, вставай. Ну, Боря, ну подъем. Уже день. Вот ты, Борька, вот ты за Соня. Ну и пусть спит, лишь бы не потерялся опять. Нубик, привет. Ура-ура, Костя, привет. А ты знаешь, что через пару дней уже 1 сентября? Ой. И уже пора в школу. Как так? Только же каникулы начались. Да, Нубик, так всегда. Летние каникулы очень быстро пролетают. Ну вот, жалько. А ты знаешь, что самое главное нужно для школы? Думаю. О, я знать. Карандаши и ручки. Да, это нужно, но это не главное. Тогда, может, тетрадки и учебники всякие? Тоже нужное, но точно не главное. А тогда что? Конечно же, новые волчки инфинити надо, чтобы побеждать всех. Ой. Знаешь, какие у нас батлы на перемене проходят? И в этом году я подготовился как надо. Ого, это теория. Нубик, сегодня у нас эксклюзив. Ой. Новые волчки инфинити надо. Ага. И новая арена. Ой. Синяя. Ого себе, выглядит очень-очень круто. Скорее все мне покажи и расскажи. Это инфинити надо сплит. Вау. В наборе идут сразу два волчка. Их можно запускать либо по отдельности, либо объединить в один. Супермощный волчок. Ого, а так разве бывает? Да, ну, бывает. А второй такой же? Нет, второй набор это вообще бомба. Это электрический инфинити надо. Вау. Этим волчком можно управлять с помощью часов. Это часы контроля. А можно и вообще без них. С помощью взмаха. Костя, все, я уже не могу. Срочно мне все показывай. Сейчас все распакую. А потом устроим между ними битву. Да, отличная идея. Ага. Итак, первый набор. Ой-ой-ой. Чего там? Волчок раз. Волчок два. Пусковые устройства. И ключ. Ого, какой. Костя, оба крутые. Ага, мне тоже оба нравятся. Кстати, вот этот Night Owl или Ночная Сова. Ой. А вот этот Razer Orochi, Поражающая Горгона. Костя, а почему у волчков есть имена? Непонятно. Просто есть такой мультфильм Infinity Надо, и все волчки это персонажи из мультика. А, теперь понятно. Кстати, ссылка на мультфильм будет в описании к этому видео. Я тоже потом посмотрю. А это что это? Что это за штуковина? Это специальный ключ. Сейчас я тебе покажу. Покажи. Тут все просто. Вставляем, крутим. Ой. Это достаем. Ой. И соединяем два волчка. Ого себе. Получился вот такой. Супер мощный волчок. Он огромный. Это уже не волчок, а настоящий волк. Костя, а ну запусти его на арене. Давай. Вау, вот это круть, вот это супер. Мне кажется, он очень-очень сильный. Прям очень. Мы сегодня позже это проверим. А сейчас давай распакуем электрический. Давай. Я думаю, он будет еще сильней. Посмотрим. Вот такой волчок. Ого. Это Сандер Стеллион. Понятно. И часы-контроллер. Ух ты, необычные. Так, волчок вижу, крутой. Часы вижу, тоже крутые. А где пусковое устройство?
а? Ну, так в этом же и фишка. Это электрический волчок, и пускатель ему не нужен. Сейчас тебе все покажу. Только часы одену. Покажи, покажи, как ты в них. Смотри, Нубик, по-моему, нормально. Да, вообще. Ты в них как робот. Крутой. Мне нравится. Сначала надо синхронизировать волчок и часы. Ух ты. Все готово. Запускается очень легко. И никакой пускатель не нужен. Его можно ускорять вот так, просто рукой, с махами. Ничего себе. Это же волшебный волчок. Класс. А можно с помощью часов, тоже взмахами. Смотрите, они мигают. Да, да, мигают. Значит, поняли. Нубик, а еще можно засечь, сколько времени волчок крутится. Да ну, покажи, это как? Все просто. Сначала запускаем волчок. А в часах есть секундомер. И что? Жмем кнопочку. Ой-ой, побежали циферки. Бегут, бегут. Да, Нубик, это секунды. Костя, это все очень классно. Я такого еще не видел. Мне все нравится. Нубик, давай теперь устроим батл. Конечно, конечно, давай. Электрический? Да. Против Инфинити надо сплит. Да. Ого, так интересно, кто же победит. Вау, битва, битва, драка, драка. Добавляем скорости. По-моему, электрический побеждает. Да, электрический выиграл. Давай еще один раунд. Добавим чуть-чуть скорости. Ну, не надо. Я хочу, чтобы сплит победил. Сейчас посмотрим. Кручу-верчу, победить хочу. Кручу-верчу, победить хочу. Данбик, сплит побеждает. Ура, ура. Получается счет 1-1. Теперь надо решающий раунд. Так интересно, кто же будет победитель? Хоть бы сплит. Нет, Нубик, у сплита что-то отвалилось. Электрический выиграл. Ну и ладно, все равно было круто. Была мега битва. Нубик, а ты знаешь, что электрические Инфинити Надо это самые мощные и выносливые волчки из всех существующих? Да нет, не верю. Хорошо, скажи, кто сильнее. А давай устроим битву Инфинити Надо против Бейблейд. И тогда узнаем, кто сильнее. Да, давай. Я уверен, Инфинити победит. А сейчас посмотрим. Вот твои Бейблейды. Какой выбираешь для битвы? Я выбираю серенький. Вайтрек. Хорошо, давай. Напишите в комментах, как думаете, кто победит. Первую битву устроим. Против электрического. Да, да. Сейчас посмотрим, кто кого. Гоу-гоу-гоу. Пока непонятно, кто сильнее. Ну, по-моему, Инфинити Надо побеждает. Да, вижу. Электрический сильнее. А давай теперь посмотрим, как справится сплит. Точно, точно. Давай. Может, они его победят? Я сомневаюсь. Сплит тоже очень сильный. Ага, по-моему, он уже побеждает. Битва, битва, драка, драка. Да, тут было без шансов. Костя, а возьми другой Бейблейд. Может, серый просто слабый? Хорошо, пробуем вот этот. Мне кажется, тут тоже вообще без вариантов. Инфинити сильнее. Похоже, что да. Все, Нубик, победа. Ну что теперь скажешь, Нубик? Где твои Бейблейды? Да, Кость, ты прав. Инфинити Надо самые сильные и крутые. Я теперь согласен. Я же тебе говорил. Ты теперь точно в школе всех победишь. Это, наверное, будет круто. Ага, даже в школу немножко захотелось. Я думаю, всех буду выигрывать. Ой-ой-ой, опять чуть не забыл. Вот ваши лучшие комменты из прошлого видео. Я Нубик, голова кубик, руки крюки, фиолетовые брюки. Умею ходить и странно говорить. Немножко туплю, но вас люблю смешить. Ты не ленись и подпишись, лайк мне поставь и улыбнись. А если ты жадина, то лайк оставь себе, и я буду грустным. Би-би-би-би-би. Я Нубик, голова кубик,
руки, крюки, фиолетовые брюки. Умею ходить и странно говорить.